Ключи от новых квартир вручили рязанским сиротам. Для этого из областного бюджета было выделено 76,5 миллионов рублей. На них приобрели 68 однокомнатных квартир, большинство из которых уже отремонтированы. Они расположены по адресам 8-й авиационный проезд и улица Новоселковская. Приобретение жилья для детей-сирот – одна из приоритетных задач для правительства Рязанской области, для администрации города Рязани. Мы очень хотим, чтобы каждый, имеющий право на получение жилья, смог его реализовать. На торжественной церемонии присутствовали 40 человек. Ключи молодым людям и девушкам вручила заместитель главы администрации города Рязани Елена Сорокина. Остальные сироты смогут получить документы в удобное для них время. Очень волнительно было, даже как-то слезы счастья были с награждением. Я просто очень долго этого ждала. Хочу сказать огромное спасибо нашей администрации города Рязани, что все так хорошо получилось. Все просто было на высшем уровне. Свое счастье осознали немногие, ведь сложно поверить, что в небольших конвертах, украшенных праздничными бантами, находится мечта. Согласно федеральному закону, получить квартиры от государства могут дети, оставшиеся без попечения родителей. При этом у них или их супругов не должно быть собственной жилплощади, или она признана непригодной для проживания. Квартиры распределяются в порядке очереди. Заявление необходимо подать до того, как подростку исполнится 23 года. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».